Не буду ходить вокруг да около, Креншоу. Несмотря на то, что оборона Рио была успешной, мы потеряли контроль над ситуацией. Соединенные Штаты Америки решились на открытое вмешательство. Они опасаются, что война распространится на весь регион. В страну уже прибыли несколько групп спецназа США. Кроме того, сюда направляется авианосная ударная группа «Джеймс Лоренс». Мы больше не контролируем военные действия в Бразилии. Более того, наш клиент попросил, чтобы мы помогли армии США покончить с этим конфликтом. Наши акции упали более чем на 5 пунктов. Ожидаемые убытки превышают 80 миллионов долларов, и это лишь за одну неделю. Правление должно пересмотреть отношение к событиям в Бразилии. Командование войск специального назначения США попросило Артемис обеспечивать поддержку до прибытия дополнительных войск США. Ваше старое звено поступает в их распоряжение. Помните, ваша помощь должна быть минимальной. Нам ни к чему терять дополнительные деньги. Мы их и так много потеряли. В этой операции вы подчиняетесь генералу Китингу. Он введет вас в курс дела. Рад снова видеть тебя, Дэвид. Все как в старые добрые времена. США нужно, чтобы Артемис обеспечил непосредственную авиаподдержку отряду призраков, который высадился в джунглях Амазонки. Задача отряда — напасть на полевой штаб и собрать сведения о готовящейся наземной операции «Лас Тринидада». Успешная операция может сорвать наступление «Лас Тринидада» и вынудить их сесть за стол переговоров. Желаю удачи. Мы надеемся на вас, Креншоу. Говорит Оракул. Вижу вас в поле зрения на 3-3-0. Северная оперативная зона, свободный огонь. Похоже, ночка создана для охоты. Рад слышать вас, Оракул. Каспер на связи. Шницы, говорит база. Ваша задача — обеспечить непосредственную авиаподдержку американскому штурмовому отряду, который атакует тринидадскую базу. Вражеская база, кодовое имя Сьерра-5. Это часть тринидадской системы передовых баз в северной оперативной зоне. По нашим сведениям, там сконцентрированы подразделения разведки противника. Все прямые подступы к Сьерра-5 перекрыты обширной сетью ПВО противника, состоящей из современных ракетных батарей и радаров обнаружения. Поэтому нашим вертолетам придется идти другим, более длинным курсом, чтобы обойти. Хоть это и совместная операция, Креншоу, мне незачем напоминать вам об оперативных действиях нашей корпорации. Ждем от вас выполнения наших приказов на пределе возможностей. Говорит генерал Китинг. Спасибо, что пояснили всем. Командир звена, я буду обеспечивать сводки по миссии в процессе ее выполнения. Ваше звено, следуя курсом 154, будет сопровождать нашу диверсионную команду через отрывный перевал, чтобы остаться незамеченными. Позывной диверсионной группы — Гончая. Командир Гончий, как слышно? Гончая 1-0. Слышу вас четко и ясно. Жнецы,
Убедитесь на все 100, что средства ПВО, защищающие Сьерра-5, будут уничтожены, прежде чем туда доберется Гончая. Капитан Митчелл командует нашим наземным подразделением. Думаю, вы с ним уже встречались. Рад видеть вас в наших рядах, капитан Крэншоу. Я по-прежнему должен вам пиво за то представление в Куарите. Господа, не забывайте, что время поджимает. Давайте болтать на обратном пути на базу. Вижу активные ракетные установки по пути следования вертолетов. Радиус поражения ракет отмечен на вашей тактической карте. Вы должны нейтрализовать их до того, как вертолеты войдут в радиус поражения. Вас понял, атакуем ракетные установки. Активные ракетные системы охраны базы. Ждем указаний. Жнецы, снизьте
до бреющего полета и зайдите на ракетную батарею. Гончая, оставайтесь на текущей позиции и приближайтесь к зону поражения ракетниц. Вас понял, Раку. Гончая ждет на позиции. Вас понял, идем на ракетницы, конец связи. Установка ПВО вышла из строя. Справа, капитан. Гончие, вам разрешено продвигаться до навигационной точки отель. Десантировать призраков как можно быстрее. Говорит Гончий один, мы на скорой высадке, высаживаем десант. Говорит призрак ведущий, высадка завершена, продвигаемся в Сьерра-5. Противник отбит.
Связь захвачена! Призрак, нужен отчет. Доложите обстановку. Оставшиеся силы противника засели в центре управления базой. Мы готовимся к... Слышу вас, призрак. Перегруппируйтесь и отступайте с территории базы. Вражеские грузовики и техника на подходе к Сьерра-5. БМП и техников на подходе к базе. Свободный огонь. Под удачи! Огонь по готовности! База, говорит командир призрака. Мы в центре управления. Готовимся к заключительному штурму. Вас понял. Удачи. Ракета наведена на цель. Прямое попадание в цель. Рядом с вами вижу вертолет у повстанцев. Они ваши. Прямое попадание в цель. Вижу легкие танки и БМП на подходе к Сьерра-5. База, нам удалось пробиться в их центр управления. Сейчас мы на уровне. Готовься. Пошел. Вверх по лестнице. Стреляй сквозь потолок. Призрак, доложите обстановку. Пакет у вас? Нам нужно еще пару минут, сэр. Они не хотят облегчить нам работу. Вас понял, капитан. Командир звена, не дайте врагу зайти им в спину. Выиграйте еще немного времени. Нельзя уходить с пустыми руками. Еще минута-другая, и вы в безопасности. Митчелл, у точки эвакуации непорядок.
Повстанцы пронюхали о нас. Повторяю, точка эвакуации больше недоступна. Гончие, уходите на вторую точку выхода. Жнецы, у вас на дисплее новые данные. Жнецы, внимание! В поле зрения вражеские самолеты. Уверенно заходят на вас сзади. Вас понял, Оракул, вступаю в бой. Какого черта? Эй, командир, у меня какие-то проблемы с СУР. Пропали навигационные отметки, и ракеты не запускаются. Мой бортовой компьютер тоже рехнулся. Оракул, что скажете? Жнецы, внимание! Центр управления доложил нам об этой проблеме. Что-то не так с программой. Они сейчас разбираются. Вы серьезно? И как нам починить ее? Никак, Кастер. Систему нужно перезагрузить на земле. Да вы издеваетесь? И что нам теперь делать с врагами, Оракул? У нас ракеты не запускаются. Жнецы, вам поручено прикрывать отступление гончей. Давайте назад и задержите противника, пока гончая не будет в безопасности. Всем жнецам, говорит база. Переключитесь на канал 12. Сообщение первостепенной важности. Жнецы, переключиться на канал 12. Жнецы, немедленно прервать задание и вернуться на базу. Сэр, если мы сейчас отступим, у гончей не будет шансов. К вашему сведению, я не собираюсь рисковать ценным имуществом компании. Крэншоу, помните директиву обеспечить максимально возможную поддержку. Вы свое дело сделали. Выходите из боя. Крэншоу, скажите, что мы не станем этого делать. У нас остались орудия, мы справимся с ними. Крэншоу, я отдал прямой приказ. Отменяйте задание немедленно или пеняйте на себя. Вот, эти враги почти до нас добрались. Если что-то делать, нужно делать сейчас. Враг прямо по курсу. Противник прямо по курсу. Ракета на подходе, маневрируйте. Отклонение ракеты успешно выполнено. Ракета наведена на цель. Цель захвачена. Отличная стрельба. Ведущий, смотрите по сторонам. Кто-то на вас наводится. Ракеты успешно выполнены. Цель на расстоянии огня из пушки. Ракета наведена на цель. Ведомый свое дело знает. Говорит Гонча! Вражеские перехватчики заходят на нас сзади! Крэншоу, противник берет вас на прицел! Чуть не за дело! Приближаясь на дистанцию стрельбы из пушки. Под обстрелом вражеских истребителей! Под обстрелом вражеских истребителей! Возвращайтесь на базу, вас ждет итоговый отчет. Конец связи. Окружает важный момент.